О счастье в цифрах. Специалисты исследовательского портала составили своеобразный рейтинг. Они выяснили, среди представителей каких профессий больше всего счастливчиков. В ходе опроса выяснилось, что больше всего счастливчиков среди психологов. 89% из них полностью устраивает их работа и личная жизнь. На втором месте менеджеры проектов. Среди них довольных 83%. А замыкают тройку самых счастливых профессий – архитекторы, аудиторы, прорабы. Офис-менеджерам остается только завидовать психологам. Большинство из них считают свою работу скучной и неинтересной. На втором месте среди недовольных жизнью и собой – кассиры-операционисты. А замыкают несчастную тройку – работники охраны. По мнению аналитиков, наиболее высокий рост зарплаты в 2012 году ожидается у сервисных инженеров, веб-дизайнеров, IT-директоров. Повышение обусловлено нехваткой квалифицированных кадров в этих отраслях. Также увеличится доход у веб-редакторов, блогеров и менеджеров по работе с соцсетями. Это связано с переносом бизнеса многих компаний в интернет-среду.